Привет, мои хорошие ребятулики и девчули, сало со всеми пополам, свою монетку никому не отдам. Значит, ребята, недавно мне задали вопрос, а можно ли копать в такие серьезные праздники, как Пасха, Страстная Пятница. Смотрите, двоякое мнение существует. Ну, это даже не мнение, а факты. На вот такие христианские праздники действительно, по моему опыту, по опыту многих комрадов, вылазят очень интересные находки. В частности, это крестики, образа, иконки. Это действительно есть такое. То есть вот в эти дни на самом деле Бог располагает к раскопкам. То есть действительно можно найти очень интересные моменты. Но для православных людей, для верующих людей, я являюсь верующим человеком в Бога, поэтому для меня это праздники, ну не то чтобы, знаете, как даже оскорбляющие. То есть я думаю, что не стоит в серьезные такие моменты брать в руки металлоискатель и заниматься раскопками. Но это мое мнение. Даже существует такое поверье в определенные праздники. Человека может в лесу заблудить ведьмаки. И такое тоже есть. То есть одному в лес ходить нельзя. И в поле тоже. То есть, казалось бы, ну что там Пасха? Ну что там какой-то церковный праздник? Да нет, ребята, поверье действительно существует. Поэтому здесь уже вам решать. Были случаи, когда люди профессиональные в церковные праздники выходили копать и заблудились в лесу. И не могли оттуда выйти. И такое тоже было. То есть их душу забирал вот этот лесной дед. Ну, мое просто рассуждение. Человек спросил, вы будете ехать вот копать? Я говорю, что вот эти дни я копать не собираюсь, заниматься раскопками. Но мои комрады и то, что я слышал, действительно, в эти дни находили очень классные, редкие, интересные находки. Думайте, решайте. Надеюсь, информация вам понравилась. Ставьте лайкосик.